Не только талантливый металлург и ответственный мастер, но еще и психолог, что очень помогает в работе в коллективе. Тлеген Мурзабаев, мастер участка СПЦ по ОММК, был признан лучшим по профессии по итогам месяца. Юлия Черешнева пообщалась с передовиком. Поймать на интервью мастера участка СПЦ Тлегена Мурзабаева не так-то просто. Тлеген Уисханович смеется. Действительно, бывают смены, когда у него ни одной свободной минуты. Рабочий график очень напряженный, тем более перед ним ежедневно стоит целый ряд задач. У меня в подчинении 12-14 человек бывает, если полным составом коллектив. Я обязан контролировать выполнение технологических операций, получение заданного химсостава и заданной температуры. В ковшах тонны огненной стали. На каждом работнике цеха непростой груз ответственности. В СПЦ трудятся высокопрофессиональные специалисты. Решать все производственные задачи необходимо не только оперативно, но и безошибочно. Печь ковш номер один. Здесь доводится металл до необходимой заданной температуры и получается химсостав. То есть к нам приезжает под агрегат полуфабрикат, так скажем. Мы здесь получаем полностью заданный химсостав и передаем сталевозами, поднимают кран на МНЛЗ на разливку. Тлеген Уисханович пришел на комбинат в 2006 году. Сначала устроился машинистом крана, потом перевелся на участок в непечной обработке стали подручным. Потом начал исполнять обязанности сталевара и, наконец, стал сталеваром, а затем мастером. Сегодня Тлеген Мурзабаев – один из самых опытных работников цеха. Человек, который со всей профессиональной ответственностью относится к своей работе, в том плане, что в сентябре, а также в октябре он занимал первые места, то есть его коллектив в составе 12 человек, то есть это большой участок, очень ответственный участок, на котором уже производится конкретно непосредственно сталь, которая дальше разливается на других участках, от которого зависит полностью как бы производительность всего цеха. Помимо профильного образования, которое Тлеген Уисханович получал в МГТУ, уже работая на производстве, он закончил педагогический институт по специальности дошкольная психология и педагогика. Эти знания иногда очень помогают найти общий язык с коллегами, признается Тлеген Уисханович. Да, именно в управлении, в общении в коллективе есть несколько приемов, так скажем, которые мне привили в Магнитогорском педагогическом университете. В работе, да, на комбинате это тоже помогает. Ну и, конечно, педагогическое образование здорово помогает в воспитании детей. А их у Тлегена Уисхановича трое. В 2017 году Мурзабаева победили в конкурсе «Семья металлургов» и даже ездили на кремлевскую елку. Сегодня, правда, они утратили статус многодетных. Старший сын уже учится в ВУЗе. Планирует стать сосудистым хирургом. Это ничего, что не пошел по стопам отца, улыбается Тлеген Уисханович. Профессию сын выбрал тоже очень нужную и ответственную. Юлия Черешнева, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.